Здравствуйте, в эфире телеканала «Арис Новости», меня зовут Владимир Антошкин. Глава администрации Кумертау в Уфе сделал доклад о развитии бизнеса городского округа. Доклад прозвучал на собрании Ассоциации организации предпринимательства Башкортостана. В своем выступлении кумертауский градоначальник рассказал о проблемах, возможностях и инструментах развития бизнеса. Сопровождал сити-менеджера и наш телеоператор. В столице Башкортостана прошло общее собрание членов Ассоциации организаций предпринимательства республики. В его работе принял участие глава администрации Кумертау Борис Беляев. Заседание открыл заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Дмитрий Шаронов. Он подчеркнул, что такие собрания необходимы, поскольку только сообща можно решить проблемы предпринимательского сообщества. Мы общаемся, обсуждаем с предпринимательством, с руководителями ассоциаций, других общественных организаций, вот масса вопросов. Но, честно говоря, все-таки вот положительного сети общения не хватает. Мне кажется, что нужно просто нам собираться чаще, нам нужно обсуждать более важные вопросы, которые вы сдвигали вот с мертвой точки, такие уже замшалелые старые вопросы, которые нам мешают просто развиваться. Мы давно планировали же обсуждать и приглашать на обсуждение глав администрации, да, особенно там отличившихся районов. Кроме прочих, прозвучал доклад о рейтинге муниципальных образований в сфере предпринимательства. Были проанализированы основные показатели по итогам прошлого года. Не обделили вниманием и работу по реализации республиканской программы поддержки предпринимателей. Отдельно отмечалось, что Кумертау в этом году удалось привлечь рекордную сумму на поддержку предпринимателей. В республиканском рейтинге городской округ занимает лидирующие позиции по основным показателям. Бюджета российского в текущем году треть средств, которые предназначались для моногородов, забрали. Таким образом, с Кумертау вообще получился по объему средств на третье место вышел после Москвы и Санкт-Петербурга. На заседании с докладом о развитии малого и среднего бизнеса в условиях моногорода выступил глава администрации Кумертау Борис Беляев. Градоначальник поделился опытом, сообщил о проблемах и возможностях развития предпринимательства. У наших предпринимателей скоро, буквально осенью этого года, появится уникальная возможность стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития, статус которого город получит в октябре этого года. ТОСА дает резидентам большие налоговые льготы. Так налоговые имущества и земельный налог полностью обнуляются. Отчисления от заработной платы снижаются более чем в 4 раза. Действуют понижающие коэффициенты по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых. Главе администрации Кумертау вручили почетную грамоту за формирование эффективной деловой среды и поддержку бизнеса. Завершилось собрание выборами нового состава совета и ревизионной комиссии Ассоциации организаций предпринимательства. Долги межшкольного комбината и управляющих компаний, работа многофункционального центра и предстоящие выборы в Совет городского округа. Это только некоторые направления. Всего на 62-й сессии депутаты рассмотрели и приняли решение по 11 вопросам. Они предварительно обсуждались на депутатских комиссиях. Совет накануне резюмировал работу корпуса за определенный период. Репортаж из большого зала заседаний Кумертауской мэрии. Межшкольный комбинат общественного питания накопил долгов на сумму свыше 15 миллионов рублей. Чтобы исправить ситуацию, предлагается продать долю муниципальной собственности в обществе с ограниченной ответственностью «Ветеран». По мнению авторов инициативы, это поможет предприятию рассчитаться с долгами и в целом оздоровить финансовый климат. Кумертауские депутаты на заседании Совета городского округа такое предложение поддержали. Наибольший рост задолженности по НДФЛ произошел в 2014 году из-за высокой численности работников. В 2014 году по сравнению с 2013 годом расходы предприятия выросли на 9 129 тысяч рублей. Основной рост произошел по статье оплаты труда с отчислениями. Всего в повестке 62-го заседания Совета значилось 11 вопросов. Депутаты внесли в действующий устав городского округа 13 поправок, проголосовали за дополнение в прогнозном плане приватизации муниципального имущества и за изменения в бюджете. На минувшем заседании в рядах народных избранников царило единодушие. Все решения принимались единогласно. Кроме прочего, депутаты заслушали доклад о деятельности филиала многофункционального центра за последние 4 года. Основными целями создания МФЦ – повышение уровня удовлетворенности граждан,
качестве предоставления государственных муниципальных услуг. Это включает сюда и создание комфортабельных условий и сокращение ожидания очереди до 15 минут. Следующее – снижение административных барьеров при получении государственных муниципальных услуг. Производительная коррупция, исключение непосредственного обращения заявителя в органы государственной муниципальной власти. И создание благоприятной среды для организации бизнеса субъекта малого и среднего предпринимательства. Озвучили на сессии и вопрос о наличии задолженности по коммунальным платежам. В разрезе этой проблемы ранее было решено объединять управляющие компании для большей финансовой устойчивости. В микрорайоне Восточный уже ведет деятельность такая компания с одноименным названием. Начинает функционировать и еще одно подобное объединение под названием «Центр». В состав его учредителей на минувшем заседании решено ввести муниципальное предприятие «Транспортная база». Обеспечить качественное содержание многоквартирных домов можно только применяя эффект масштаба. Необходимо обслуживать достаточно большое количество домов для того, чтобы предприятие приносило прибыль и было высокорентабельным. Только такие управляющие компании могут отвечать современным требованиям. В завершении сессии Совет определился с датой выборов нового состава. Они пройдут в единый день голосования 18 сентября. После того, как повестка заседания была исчерпана, слово взял глава администрации Кумертау Борис Беляев. Он, в частности, поблагодарил педагогов за результаты единого государственного экзамена. Результаты ЕГЭ по математике, по русскому языку у нас выше среднего республиканского. Поэтому я большую благодарность выражаю нашим учителям, Марине Владимировне, директорам школы, учителям математики. Ну, русский язык и по всем предметам, потому что на самом деле работа была проведена очень серьезная. Мы все поняли проблему, ее решили. В прошлом году были чуть хуже оценки, и некоторые не получили аттестацию. В этом году у нас намного все лучше произошло. Я большое хочу еще раз вас поблагодарить и прилюдно сказать, то, что молодцы. Я думаю, что Кумертау у нас еще покажет первые ряды именно части обучения наших детей. 18 сентября состоятся выборы депутатов в Государственную Думу России. Наш корреспондент накануне провела экспресс-опрос жителей Кумертау с целью выяснить, знают ли горожане о предстоящем событии. Президент России своим указом назначил выборы депутатов Государственной Думы нового созыва на 18 сентября 2016 года. Указ вступил в силу со дня назначения и был освещен средствами массовой информации. Наша съемочная группа провела опрос среди кумертауцев в центральной части города, чтобы выяснить, знают ли они, когда именно состоятся выборы. Ну, еще и пока не думаю. В конце июня? Да? Июля? Ну, наверное, осень, в сентябре. Когда выборы состоятся примерно, знаете? Когда? Осенью? Не знаю, в сентябре что? Ну, куда? В Госдуму, наверное. 18-го вроде бы сентября, да? Да, собрали. А у нас здесь Кумертау, что ли? Ну, я не знаю, городской совет, наверное, кого-то. По результатам изучения общественного мнения стало известно, что большая часть опрошенных жителей осведомлены о будущих выборах. Напомним, что территория города Кумертау входит в 7-й Салаватский одномандатный избирательный округ с 14 районами и общим количеством избирателей 492 тысячи. В действующем составе Госдумы Башкортостан представляют 16 депутатов, прошедших по партийным спискам. Из них 12 депутаты от партии «Единая Россия», 2 КПРФ и по одному депутату от ЛДПР и партии «Справедливая Россия». Общее количество депутатов от республики в Госдуме будет зависеть от результатов голосования. Программа поддержки местных инициатив создана для развития общественных начинаний и решения вопросов местного значения. В ее рамках встречи населения с консультантами уже прошли в микрорайоне Восточный и в селе Ира. В этот раз жители села Маячный решали, нужно ли им участвовать в программе. В продолжении развития программы поддержки инициатив в селе Маячный состоялось собрание по вопросам определения наиболее значимых проблем местного уровня. Одной из них является большое количество свалок, их увеличение и разнотипность сбрасываемого мусора. Получается, не только бытовой, но и строительный, и еще мусор с приусадебных хозяйств.
Просто нужно как-то это организовать, вывоз. Как, например, в Питках организован в городе. За вывоз мусора частный сектор платит деньги, и в определенные часы идет сбор. Мы на это тоже согласны, и надо проводить эту работу. Я думаю, что тогда будет проблема решена. Вот этот парк, он запущенный абсолютно. Можно было его облагородить, освещение там сделать. Вот хотя бы вечером. Где-то кто-то с детишками погулял днем. Вечером молодежь где-то посидела бы. Ну и дворы какие, тоже не оборудованные. Ничего нет. Все. В основном для детей, для внуков. Для разъяснения основных правил конкурсного отбора и участия в ППМИ был приглашен сотрудник проектного центра Академии наук Республики Башкортостан Александр Куликов. Он подробно рассказал присутствующим о целях и возможностях предлагаемых программой, а также ответил на вопросы, возникшие у участников мероприятия. И данная программа направлена на то, чтобы выработать у людей механизм совместно, своими силами, жителями, плюс работа администрации, решать свои проблемы. Если говорить про типологию проектов, которые реализованы в этой программе, она довольно-таки широка. Это может быть ремонт и благоустройство социально значимых объектов, детских школ, ФАПов, больниц, детских садов, домов, дворцов культуры, сельских клубов и так далее. После выступления Александра Куликова участники встречи провели голосование за проект, по которому будет составлена заявка на участие в конкурсе. Кроме того, была избрана инициативная группа для оповещения жителей села о программе и регистрации в ней. По условиям ППМИ финансовый вопрос в проекте решается четырьмя сторонами. Деньги выделяет республиканский бюджет, первый источник финансирования проекта, второе. Деньги выделяет муниципальное образование, которое участвует в заявке, городской округ, городское поселение, либо сельское поселение. Третий источник – это софинансирование стороны селения, то есть люди рублем поддерживают данный проект. Тем самым у них вырабатывается некое чувство ответственности за этот объект, потому что за ним заплатили деньги, они будут к нему относиться хорошо. И также это формирует в целом ответственность ко всем социально значимым объектам, пусть даже те, за которые не платили деньги. И четвертый источник – это деньги спонсоров, которые могут выделить денежные средства на реализацию данного проекта. По итогам встречи и голосования проектом для реализации выбрали благоустройство детской спортивной площадки на территории села. По словам руководителя школы, подобный выбор обусловлен необходимостью не только занимать детей в свободное от учебы время, но и воспитывать здоровое поколение, думать о будущем. Вообще, я считаю, что это возможно и реально сделать, несмотря на то, что сегодня населения было не так много, как хотелось. Но начало положено, мы будем работать. Инициативная группа выбрана действительно из таких инициативных жителей нашего села. И я думаю, нам удастся реализовать данный проект в жизни. Гульназ Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Социальная сфера охватывает целый ряд направлений в жизнедеятельности городского округа. Накануне в Кумертауской мэрии подвели итоги социальной работы за полугодие и обозначили планы на предстоящий период. Учреждения образования, культуры, молодежной политики и спорта, социальной защиты населения, органы опеки и попечительства – все они относятся к социальной сфере городского округа. Накануне представители каждого собрались в Кумертауской мэрии на расширенном заседании коллегии по социальной политике. Подвели итоги минувшего полугодия, обозначили задачи на перспективу. Что касается итогов, речь шла не только о достижениях. Акценты расставлены и по направлениям, которые требуют доработки. Например, в первом полугодии не удалось провести ряд мероприятий, а сайты многих детских садов подверглись критике за низкую активность. Не состоялись запланированные мероприятия по объективным и субъективным причинам. Понятно, что на втором полугодии должны быть проведены. Это выборы в молодежный совет, городские выборы, турнир по дворовому хоккею, естественно, на следующий год переходит, молодежный форум и форсайт-сессия, праздник славянской письменности на городском масштабе. Однако достижений в социальной сфере было обозначено в разы больше. Среди наиболее заметных – организация празднования Дня Победы, турнир имени Антошкина, зональные всероссийские фестивали и целый перечень других. Среди достижений социальной сферы одно из самых почетных мест заняли результаты единого государственного экзамена. Его итоги обозначила директор управления образования Марина Дерягина. Показатели были даны в сравнении с предыдущим результатом. Так, средний балл по математике оказался выше по сравнению с прошлым годом.
годом и выше общереспубликанского в целом. Детальный анализ результатов предложено дополнительно разобрать на педагогическом совещании в августе. На нем же планируется провести большую работу по нескольким приоритетным направлениям. Начнется оно у нас 22 августа, завершится 25 августа. И первые дни, 22, 23, 24, три дня мы посвятим тому, что все структуры вместе с педагогами, а не только одни педагоги, поработают над несколькими направлениями, приоритетами, которые потом воплотятся в большой единый городской план работы. На совещании также обозначили основные направления социальной политики в целом. Это военно-патриотическое воспитание, программа «Я предприниматель», модернизация дополнительного и развитие сетевого образования, активное внедрение комплекса ГТО и другие. Среди текущих задач – обеспечение безопасности детей при организации летнего отдыха, ремонт школ и детских садов. В завершении заседания состоялась церемония награждения. На ней почетными грамотами и благодарственными письмами отметили лучших работников социальной сферы. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.